А когда последний раз вы были в Переславле? Буквально недавно. Я стараюсь туда ездить часто. Сейчас не получается часто, но стараюсь хотя бы раз в месяц все равно там приезжать. Mm. За какой-то, не знаю, энергетической подпиткой или просто навестить? Навестить и за подпиткой. Прекрасный, замечательный город. С уникальной историей, с уникальной природой и с уникальной энергией, которую ты, конечно, к себе забираешь, и это тебе помогает дальше идти. Ну и плюс, конечно, у меня там живут родители, сестра родная, друзья, и они тоже во всем в этом помогают. Сестра, можно, как зовут, старшая? Катя, старшая, сестра Катя. Чем занимается? Она работает в компании в городе Переславле, начальник отдела, какого, не вспомню сейчас, какого-то отдела, какой-то начальник. У нее все хорошо, она очень умный человек, она закончила с красным дипломом университет, и у нее все прекрасно. А вы в городе знаменитость, есть мемориальная доска? Ну, слава богу. В этой школе учился Саша? Слава богу. Здесь он выбил окно, нет? Слава богу, пока такого культа нет. Но люди подходят, обращают внимание. То есть там больше подходит, чем в Москве, допустим? Не знаю. Мне кажется, просто, я думаю, примерно одинаково. Примерно одинаково. Ну, в Переславле понятно, что... Там просто маленький город, и, конечно, там практически все знают, и для многих людей это, ну, такое какое-то... Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».